Мы уверены, это был сложный год. Но не будем о нем, он почти в прошлом. Лучше давайте о 2022-м. У нас очень много желаний, как себе, так и вам. И сейчас, когда мы полны светлого и веры, что 2022 будет лучше, давайте дадим себе несколько обещаний. Уставайте больше. Именно, уставайте по-настоящему от того, что делаете. Уставайте и чувствуйте, что устали не зря, что стали лучше, сильнее, выносливее. Отдыхайте больше. Нет ничего прекраснее качественного отдыха после настоящей усталости. Помните, что большая часть всего, что происходит в нашей жизни, зависит от нас, а оставшаяся часть зависит от того, как мы отреагируем и как примем то, что от нас не зависит. И поэтому желаем вам, чтобы весь год был в ваших руках и чтобы вы свою жизнь направляли туда, куда хотите. Не выжимайте себя только, чтобы оправдать чьи-то ожидания. Вспомните, как вы смогли выбраться даже из самых трудных ситуаций, справились со сложной задачей и гордитесь собой. Гордитесь и знайте, что в жизни нет почти ничего, с чем бы вы не смогли справиться. Поэтому не бойтесь, будьте смелыми. Сожаление, что не сделали, чего хотели, куда более горькие, чем сожаление, что вы попытались, но не получилось. Поэтому бросайте вызов своим страхам. Переезжайте, признавайтесь в любви, не бойтесь, что вас не поймут. Пробуйте новое, но делайте это с умом, не путайте храбрость с глупостью. Меньше осуждайте других, и вас будут меньше осуждать. Больше восхищайтесь достижениями других, особенно при людях. Помогайте людям, это делает нас счастливее. Пейте много воды, ешьте больше фруктов, занимайтесь спортом, любым. Наше тело – наш лучший инструмент. Не дайте ему заржаветь. Изучайте все, что интересно, и находите все новое, что вам интересно. Не убивайте в себе любопытство. Мы убеждены, что время и энергия – это самое ценное, что у нас есть, поэтому желаем вам научиться еще лучше чувствовать их и правильно ими распоряжаться. Больше тех и того, что вас заряжает, меньше тех и того, что отнимает вашу жизнь. Улыбайтесь и смейтесь от души, не сдерживая себя. Заставляйте улыбаться и смеяться других от души, не сдерживая себя. Ну и не бойтесь грусти. Она так же естественна, как и радость. Поверьте, в мире всегда было очень много проблем. Мы можем бесконечно злиться на это и осуждать всех, или можем пытаться сделать этот мир лучше. Хотя бы немного. Хотя бы вокруг. Читайте книги. Они по-настоящему могут изменить вашу жизнь. Сделайте что-то сумасшедшее. Добавьте яркости, не знаю, купите ролики, потратьте деньги на путешествия или покрасьте комнату в ярко-оранжевый. Главное жизнь не покрасить в уныло-серый. Знаете почему? Потому что счастье начинается не тогда, когда вы добились успеха, а успех приходит тогда, когда вы счастливы. А наше счастье не должно зависеть от чего-то одного. Мы желаем вам, чтобы в 2022 году было огромное количество причин быть счастливым. И вообще, иногда счастье не в том, что вам привито со стороны, а в чем-то маленьком, что рядом с вами, но вы бежите за стандартами и не замечаете этого. У нас 365 дней впереди. Количество этих дней не изменится, но качество каждого дня зависит от вас. Качественного года вам, друзья! Если вам понравилось это видео, поделитесь им с теми, кто вам дорог, и не забудьте подписаться на OpenX. Спасибо.